Дорогие друзья, всех приветствую, вы на канале Волгоград Сити. Сегодня у нас на повестке дня в обратном направлении троллейбусный маршрут Мир-8К от нижнего поселка ВГДЗ до детского центра. На троллейбусе ЗИУ-682 ГН-16012 с портовым номером 1290. Этот маршрут открыт 26 июня 2023 года, в тот день, когда мы закрыли маршрут с красного трамвая. Этот маршрут, так сказать, его заменяет. Эта машина закреплена сейчас на этом маршруте, поэтому это удачно сейчас прокатиться на ЗИУ. Потому что они уже в ближайшие, может быть, полгода, может быть, ну, может, чуть больше, пойдут у нас из Волгограда в историю, так сказать. Поэтому давайте зайдем в салон. Шумно эта машина, конечно, ну да и ничем. О, эти сидушки, господи. Точнее, диваны, как правильно говорить. Приехал я вот на этом ЗИУ, на девятке, 693, на котором я снимал девятку в обратном направлении. Сзади еще Оптима приехала, 629-я. Сыпалась нормально. Правда, она немного тонированная, но да и ничего. Фух, сейчас на улице просто нереально. Жара плюс 33. Очень жарко. Сейчас в этом троллейбусе просто дикая духота. Я еще ехал сейчас на автобусе до Механического института на 21-м. Он работал без кондиционера. Это был просто ад какой-то. Я думал, что все, сейчас выйду из этого автобуса. Настолько в нем жарко было. Это ужас какой-то.
Thank you.
19-й маршрут трамвая. А тут работы по ремонту путей. Давай секунду уходим, посмотрите. Вообще нету. То есть сняли их. Правда, и тоже будут менять.
Thank you.
Я не знаю, что я ушла.
Троллейбусный маршрут номер 8К в обратном направлении от нижнего поселка ВГТЗ до детского центра. На троллейбусе ЗИ-682 ГН-16012. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылка в описании. И присоединяйтесь к нашему чату телеграма, там много интересного, ссылка будет также в описании. Если вы меня хотите поддержать, то также переходите по ссылке в описании и можете отправить донат на сумму от 2 рублей на развитие канала. На этом все. Всего вам доброго. Пока.